часто выступаем в таком формате. Обычно мы сопровождаем какие-то мероприятия, возрождаем традицию сопровождения правительственных мероприятий. Но выступать для публики – это совершенно другой эмоциональный уровень, гораздо больше отдачи. И мне, на самом деле, невероятно нравится именно выступать перед публикой, перед теми людьми, которые пришли услышать и роговую музыку, услышать о роговой музыке. Надеюсь, будем выступать еще чаще. Роговой оркестр имели одни из самых знатных, богатых людей России. Например, Шереметьев, Кирилл Саныч, Нарышкин. Мне страшно хочется самой его попробовать, и если вы позволите, попробовать. Давайте. Как-то извлечь звук, да? Можно? Да, конечно. Плюнуть в инструмент. Плюнуть? Да, плюнуть в инструмент. Но как бы дуя при этом. У меня не получается. Ага. Вот гениально. Можем в раз уже... Пишите Mellow M и найдете нас. Сколько просмотров? Ну, самое большое, ну, одно видео у нас рекорд 8 миллионов. Вот это да. А вот я читала, что вы можете сыграть на виолончели чем угодно, вплоть до бокала от шампанского. Вот, да? Да, бывает, да, бывает. И еще чем можете? Душой и сердцем. Это самое главное, но в принципе мы играем на виолончели вещи, которые, может, никто не ожидает. И это одно из самых главных наших, ну, как бы, мыслей. По-новому, по-другому. И, ну да, это наше задание, что мы несем. А как вы относитесь к творчеству Ванессы Мэй? Ну, она хорошая. Это в Олимпиаде была. Ну, на лыжах, мы знаем. Но, в принципе, она, ну как, она в свое время она была самый популярный музыкант в Англии. Но это что-то значит, если она играет вроде на скрипке, ну, на классическом инструменте Энти, но она достигла того, что, ну, стилем кроссовера она сделала скрипку уже, ну, такой, как широкий инструмент, классический инструмент, я думаю. Ну, у нее есть свое место в нашем мире. А ваш стиль как все-таки, вот, если попытаться определить? Это кроссовер, это классика кроссовер, это место, где встречаются разнообразные стили музыки в нашем исполнении. Да. Начиная с классики, фолка, кончая рока и оригинальных музыкантов.